Мы знаем благодаря тем, кто помнит, уже как 75 лет. Верные носители памяти большого подвига – не только герои той войны, но и песни. Конкурс «К подвигу героев сердцем прикоснись» прошел в гимназии номер 44. Школьники округа по-своему исполнили фронтовые песни. Песни военных лет – главный саундтрек 2020 года. Несмотря на свой возраст, мелодии из фронтовых окопов не оставляют равнодушной современную молодежь. Трогают сердца школьников и военные песни родом из нашего времени. Одной из них отдала предпочтение Арина Суворова. Перед жюри участница конкурса исполнила композицию «Ты помни». Эта песня о том, что людям нельзя забывать о войне, потому что очень много людей погибло. Вместе с Ариной и участниками конкурса стали 42 воспитанника люберецких школ. Сохранить в их умах память о военных годах – главная цель организаторов конкурса патриотической песни. Показать, что те времена, тот великий подвиг, он живет не только в стихотворном творчестве, художественном, но и поэтическом творчестве. Кроме духа патриотизма, зал 44-й гимназии наполнило настроение состязания. Жюри конкурса выбрало лучших исполнителей среди солистов и вокальных ансамблей. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.